Заходим мы в конюшню. Его зовут Шарик, чтобы дополнительно хоть как-то развлекался он. Такой красавчик. Его, конечно, нежелательно руку мать, потому что он может просто даже голову подвинуть и руку защемиться. То есть руки можно так сломать. Слышали, через решетки лучше руки не сувать. Потому что лошадь даже может просто голову случайно подвинуть, а у вас рука там останется. Будет перелом, потому что они очень сильные. То есть даже махнуть просто головой очень может вас травмировать. Руки не суем, я еще раз говорю. А это зовут успех. Это успех. Гамлет. Привет, не суем. Привет, это Гамлет. Гамлет. Его зовут Гамлет. Гамлет. Крекер. Это крекер. Крекер. Рыженький. Кукетка это девочка. Это Будулай пони. Это загон крепыш. Будулая. Это крепыш. Красавчик. Капсула. А вот тут вот баран. Тут раньше баран был, теперь тут лошадь. Он сейчас гуляет. Пойдемте на ту сторону. Его феникс зовут. Это феникс. Феникс. Красавчик. А кто пинается? Крекер. Успех. Гамлет. Это у нас тут медяник. Теперь вот сюда проходим. Копыта у лошадей — это второе сердце. То есть ноги — второе сердце. Если что-то слагается, случается, это орфей. Очень часто лошадь приходится просто усыплять. Поэтому, ну вот сейчас пытаемся ее восстановить, но уже не знаю, чем. Что вы выпускаете лошадь? У нее нога в кость попала. Бедно. Иди сюда. Хороший. Как меня зовут? Казбек. У нее нога. Какая бы идеально белая. Копейка — дочка вот только Калифорнии, на которой мы последний катались. Это ее дочка тоже. Лаванда тоже раньше была очень хорошей спортсменкой, потом, к сожалению, немножко у нее так... она перестала хотеть кого-то катать и прыгать. Вот, то есть сейчас они просто катаются, прыгать она пока... Мы ее даже... Да, то есть мы ее уже не мучаем. А там кролики? Это кролик. Большие такие. Ну, вот больше нет. Это кролик. Кролики тут тоже есть. Ты что, пугаешь? Какой красавчик. Кролик. Осторожно пальцем. Прикольные. А где маленький здесь? А, он нет, здесь да. Вон там милаша. Вон там вот один кроля. Вон там. Малыш. Кролики. Такие красивые.
А еще? Лошади, собаки, ласточки, кролики. Все, так и живо. Ладно, возвращаемся к нашим лошадкам. Какой красавчик. Можно тебе посмотреть? О, там кролики. Ладно, давайте пойдем обратно.